Саженцы ивы белая серебристая, Селикс албавар. Арджентея, высаживаются в легкую суглинистую почву, в небольшие ямы, размерами 50 на 50 сантиметров. При этом перед закапыванием в выемку следует налить смесь из компоста, грунта и торфа. Также рекомендуется добавить минеральные удобрения. Место лучше выбирать солнечное и хорошо освещенное. Первые несколько недель растения нужно часто поливать и подкармливать. Весной требуется провести мульчирование. Во время цветения, с апреля по май, дерево покрывается желтыми вытянутыми сережками. Ракита подойдет для создания тенистых рощ и озеленения прибрежных районов. Ива белая – это дерево высотой 3000 см с типом роста, сильнорослый, диаметром 1500 см. Цветет растение в месяц май, апрель. Лист растения по форме ланцетный. Весной листва по цвету темно-зеленая сверху, снизу серебристая, летом листва темно-зеленая сверху, снизу серебристая, осенью листва бронзово-желтая. У растения нет шипов. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.